Всем привет, ребята! Многие мне задавали вопрос, как работает функция «Найти рядом» на новом iPhone 15 Plus. Дело в том, что у некоторых в стране эта функция не работает. И сейчас я продемонстрирую, каким образом работает функция «Найти рядом» в Австрии. Итак, сейчас я попытаюсь найти свои ключи. Сделать так. Найти ключи. Вот мы видим, показывается у меня здесь специальная голограмма, ключи, и пробуем передвигаться по комнате. Так, вот, есть такое дело, слева от вас. То есть, если мы передвигаемся так по комнате, у нас стрелка показывает, как найти ключи, где они у нас спрятаны. Так, стрелка показывает, что у нас здесь. Так. Давайте попробуем сюда переместить. Нет. Ага, пишет, что здесь. Так, смотрим. Да, вот мои ключи. Вот метка AirTag. Все работает.